Самый частый вопрос, который задают нам заказчики, как которые уже заказали мебель, так и те, которые хотели бы заказать, как ухаживать за жизнью мебели. Один из наших таких лайфхаков — это вот такого плана мягкая перчатка. Вот. Она как статику снимает и всю пыль. И очень удобно проходить все власти, все мелкие детальки, вот эти ламельки. То есть это абсолютно не трудозатратный процесс. Вот. Очень важно этой перчаткой ухаживать только за этим шкафом или за этими дверьми в гардеробную. Нельзя ей протирать другие поверхности, чтобы кисок или какие-то другие абразивные материалы попали. То есть вы ее храните вот в таком нашем фирменном чехле. Да, вот, пожалуйста. Спасибо большое. И эта перчатка просто будет только для этой мебели. Мочить ее не нужно, только... Можете слегка смочить. То есть влажную сделать. Да, можете чистую просто вот. Да, это должно быть для вас легко и нетрудоемко.